20 февраля. Экскурсионная служба «Новоспасский паломник» приглашает на пешеходную экскурсию Симонов монастырь. Старое и новое Симоново. Успенский собор, расписанный в начале 15 века Максимом Греком и Андреем Рублевым. На территории Симонова монастыря находился обширный некрополь, в котором были похоронены поэт Дмитрий Веневитинов, писатель Сергей Аксаков, его сын Константин Аксаков, композитор Александр Алябьев, коллекционер Алексей Бахрушин, сподвижник Петра I Федор Головин, а также многочисленные представители старинных русских дворянских фамилий: Оленины, Дурасовы, Муравьевы, Исленьевы, Татищевы, Нарышкины и многие другие. Запись с 10:00 до 17:30 по телефону 8 495 676 77 13 или в экскурсионной службе у ворот. Адрес: Москва, Крестьянская площадь, дом 10, станция метро Пролетарская.